Хай, с вами Юджин, и сегодня мы снова будем отправляться с вами на охоту. Сколько он в этот раз проживет? В прошлый раз он нам сильно навалял, но сегодня мы берем реванш. У нас есть навыки, есть скилл, и он пожалеет, что он нас не убил целиком и полностью. Он просто отпинал нас, обоссал и отправил домой. Но мы отмылись в душе и вернулись. Короче, вот такая история была. Мы приехали, разбили свой лагерь. Пока еще день, пока светло, я бы полетал. Вот он, дрон. Я вот здесь его поставлю. А сами, пожалуй, вот здесь закроемся. Все, безопасность. И отсюда будем смотреть. Главное потом вернуться обратно успеть. У нас 94% заряд. Нам нужно летать среди деревьев. Бик, бик. Знаете что, давайте-ка вернемся на базу. Есть кое-что, что я забыл сделать, пока торопился запустить дрон. Ой, это прям как в «Зловещих мертвецах». Помните, когда эта камера летит? Да-да-да. Стоп. Все, приземлились. Первое, что нам нужно сделать, это поставить капкан. Хорошо. Положить мясо. А еще надо поставить где-нибудь вот здесь вот камеру. Давайте целую дорожку из камер выстроим. Блин. Не надо так. Поставил. Давайте еще одну камеру здесь. Таким образом, у меня есть несколько линий предупреждения. Далее, у нас капкан есть. Вот здесь можно поставить. Положить мясо. У нас нет мяса. Стоп, а где-то же было мясо. Я целую кучу, по-моему, находил. Может, тут холодильник есть? Ну, как холодильник бы, да. Есть. Вот. Хороший стейк. Теперь пойдем прятаться. Камера 1. 2. 3. 4. Решила сидеться в лагере. Это пятая камера. Воу, видали, какая молния. Надо как-то скоротать время. Не знаю, что можно здесь поделать, пока мы ждем Йети. Были бабушка и дедушка. Например. Да. О, я знаю, что. Окей, теперь бы чем заняться. Вот так тоже весело. Не слышал? Камера! Он где-то здесь. Он где-то здесь. Могу и зашторить шторы, чтобы он не знал, что я здесь? У меня какой-то странный фетиш по волосатым огромным существам. Пожалуйста, скажите, что это не моя предыстория. Нет. Мы здесь хотим убить Йети, потому что он отверг нас. Мы ему пели серенады. Йети, обожаю тебя. Твои волосатые руки обнимают меня. Но что будет? Да что ж сегодня все с таким что взял пули слежения, когда он нам даст по роже и побежит. Мы поставим ему трекер. Так, походу он хочет, чтобы мы вышли. Кажется, уже светает. Слышите? Слышите? О, боже мой! О, боже мой! А! Откройся! Он сам в капкан не попал. Ну там где-то. Все, уже светает. Гоу! Уже не страшно. Крик был где-то там. Я обосрался машиной. О, май гад! О, май гад! Смотрим! Скорей! Какая камера? Ему надо понять, как по камерам смотреть. Как? Наверное, на карту надо смотреть. Четвертая, может быть. Пятая? Где-то же были движения. Господи! Да как так? Вон он, я вижу его. Я тебя обнаружил. Вон он. Смотрите, смотрите. Сначала мы сделаем вот что. Маячок. А, черт. Он резко меняет траекторию. Проворный. Ну-ка, за ним. Карта показывает? Сейчас ты меня отхватишь, чертово болото. Заплати за все, что он сделал. Подкрадываться ко мне сзади. Никто не смеет подкрадываться ко мне сзади. А, мне можно карту не включать, она вот у меня справа. Он в мой лагерь бежит. Он там стоит. Он попал в капкан? Пожалуйста, попади в капкан, это очень смешно будет. Стоп. Или маячок здесь упал. Слышите? Вон он! Ух ты, мразота! Думал на меня, блин, да? Со мной шутки шутить. Ну-ка, сдохни. Смотрите, нет, маячок работает. Он, наверное, маячками стреляет, мне кажется. Подвернул ножку. Он вот прям здесь. Подвернул ножку. Мясо положим. Пойдем. Вон он. Убегай от него, убегай. На меня, что ли, да? Да что ж ты будешь делать? Достать возле капкана. Забрать, мы побежали. О, нет. Маячок упал. Ага, мы вышли к озеру. Это болото, точнее. Давайте здесь камеру поставим. У нас их 3 еще штуки. Дрон, дружище, где ты? Он прям вот сел. У него заряд сел. Че, не взял с собой батарею? Я дурак. Ну-ка, а давайте, может быть, приманим его? Это, кажется, это ему наоборот приманка, должно спугнуть. Интересно. Ой, блин, что это? А, она сорвалась.
Хорошо, мы уже возле лагеря. Я бы, кстати, пару камер бы собрал, потому что они стоят слишком близко в одном месте. Это отстой. Нам надо бы расставить их в других местах. Вот, иди сюда. Стоп! О, май гад! О, боже мой, кто звук издает? Я хочу понять, по камерам смотрит, его атакует. О, май гад! О, боже мой, кто... Непонятно, там реально нет отметок, по какой камере. Звук издает. Он по камерам смотрит, его атакует так. Пора смотреть уже глазами своими. Он идет ко мне. Ля-ля-ля. Не хочу, не хочу, не хочу. Что за музыка? Почему он не ведется на капканы с мясом? Можно. Может, надо замаскировать еще просто? Кажется, сейчас снова настанет... Он не маскирует их. Он прямо здесь, оказывается. Ну-ка. Ты на капкан, ты на... Что ты... блин. Да, блин. Это пенал. О, как он меня напнул. Хватит, все. Успокойся. Скорей, скорей, меняем. Как внезапно он нападает. Вон он. Блин, хреново попал. Куда пошел? Едьте, пожалуйста, подскажите. Знаешь что? Вот тебе, вот тебе, вот тебе. Я вот до сих пор не понимаю, как мне прикрыть капканы. Может быть, их надо прикрывать. Взять ветку, замаскировать. О-о-о-о. Никогда в жизни не увидит он. Мы не выживем, если мы будем только находиться здесь. Нам надо набрать мясо и искать новые патроны. Отправляемся в избушку, которая на болоте находится. Кто из вас тут охотник профессиональный? Я. Я знаю, как определять, светает или нет. Светает. Не ставьте под сомнение мои методы. Окей, избушка, избушка. Она где-то здесь. Методы была. Такие вон себе. Вон она. Вот здесь можно было бы еще один капкан пихнуть, может, мясо и замаскировать. Едьте, охренеет. Давайте камеру где-нибудь вот здесь еще поставим. Вот тут. Будет хорошо видно всю избушку. Да. Вот, капканы, патроны, еще ракетки. Буль? Кто издал буль? Кто-то булькнул. Что это значит? Кто булькнул? Это я, что ли, пузыри пустил? Я мог. Ладненько, давайте попробуем. Жопой в лужу вот сел сюда. И пузыри пустил. Опять бульбы. Бульбы! От кого? Бульбы. Может, Йети засел в болоте? Что это? И пердит. Ага. Русалка? Водяной? Мне кажется, я столько всяких аномальных существ найду за это время. Пока буду тут тусить в этом лесу. И какая карта? Какая камера? Он за мной бежит, да? Смотрим. Реально непонятно. Перестаем смотреть. Я не вижу. Я не знаю. Давайте здесь камеру пихнем. Хорошее место. Капкан. Положить мясо, замаскировать. Все, вот. Окей. Он по-любому шел в мою сторону. Хрень он ходит тут. Смотрите, как он прокоцался. Он попал в капкан? Да, вот. Ха-ха. Я понял, его слабое место — это его нежные лапки. Смотрите, что-то горит. Что это? О, аптечка. О, белиссимо. Не зря сюда пошел. Правила парка. О, блин. Черт. Пошел ты. Да пошел ты. Минус Юржин. Нет, не пинай. Стой. А басы только не бей. Что это, блин? Стреляй. Вот уродство. Где он? Боже мой, че ж так не прет, а? Какой хитрый, он меня перехитрил уже сколько раз. Кстати, я же походу могу сделать костер, да? Давайте сделаем. Есть! Ну раз мы нашли такое прикольное место, давайте и палатку пихнем. Вот, безопасно. Укрывает от кемпинг дождя, себе устроил. Наверняка сюда придет Йети, а мы ему сейчас подляночку такую сделаем. А так. 4 дня уже здесь тусим. Очевидно, нас дома никто не ждет. У нас нет личной жизни. Я прекрасно понимаю чувака. Когда у тебя нет личной жизни долго, ты начинаешь видеть Йети. Начинаешь сам превращаться в Йети. То есть фактически этот чувак сражается не с Йети, а с самим собой. Он видит, во что он превращается. Философия. Понесло. Которая заросла волосами и ходит по лесам. Какую-то тварь, которая заросла волосами и ходит по лесам в одиночестве. И мы не хотим такими становиться. Поэтому мы пытаемся убить это. Убить это в нас. О боже мой, это настолько глубокая игра. Походу мы сейчас дойдем до какого-то еще пункта. Вот, да, вот он. А, мы здесь были же в прошлый раз. Да что ж ты будешь делать, музыка? Итак, у нас здесь есть капкан. Фонарик. Не надо, это страшно. Смотрите, как много у нас карты не исследовано. Вся нижняя часть. Направляемся туда. Опа, выжженный лес. Я бы тут капканчик поставил. Сюрприз готов. Камеру вот
тут, пожалуй, запихнем одну. Хрен ли дождь идет, не переставай уже. Четвертый день, господи, не перестань. Тихо. О, вон он бежит. Вот. Вниз. Ни хера даже не под... Меняй. Да блин. Зато поставили сигнальный. Все, вот теперь охота началась. Че, по склонам прыгает, что ли? Охренеть, он ушел. О, ладно, ныряем. Бульк. Эй, выныривай. Эй. Слышу его. Опа. Джек Мартин найден. Наконец. Опа. Аптечка. Спасибо, Джек Мартин. Смогу ли я здесь спуститься? Мне вот интересно. По-моему, он уже здесь падал. Ой, я зря сюда попёр, кажется. Ой, я зря... Обычно, как я обычно делаю. А, нет! Ай, Юджин. Я соскользнул под конец. Давайте еще разок. Быстренько собираем все. Надо очень-очень-очень быстро действовать. Давайте ставим здесь сразу капкан. Положить мясо, замаскировать. Ставим вот здесь одну камеру. Сразу гоу на болото. Где он? Ха-ха-ха-ха, я заснял, как ты запоролся. Я заснял. Все, пошел мстить мне, да? Ну, Евгений, все, я ты сделал, я по-любому знаю, что ты сделал. Ну, приходи за ним наблюдать, жди его. Мясо, а мы сами гоу в дом. Я как американский старик такой, с ружьем возле своей избы, охраняю свою землю. Только солнце на мою землю. Он не придет сюда. Фу, это просто день. Просто второй день, окей. Да, хватит звуки. Звуки. Дождь усиливается, нет. Вот здесь я не был еще, по-моему, ни разу. Тут, походу, будет некий труп. Лагерь туристов. Новый лагерь нашли. Аптечка. Есть. Что это у нас здесь? Батарея дрона. Смотрим. Вон он! Страшный, блин, где ты, урод? Ушел. Дрон полетел. Что произошло? Молодец. Издох об оленя. Воу. Воу, сэр. Он за оленя мне мстит. Блин, сейчас еще раз. Есть. Не смог. Давай. Да что ты делаешь? Да. Он с маячков переключался. На боевые. Ага, камера тебя засекла, ты понял? Ах, тут, блин, стрейфы, что мне делать? Он утирает. Присядем. Может, удастся подкрасться к нему очень тихо и незаметно. Вон он. Так. Сейчас. С фонарем включенным. Ха-ха-ха. Получилось? Или нет? Надо поставить камеру. Короче, все. Мы его потеряли. Давайте пойдем вот в это место еще. Мы не ходили туда. И я пришел, вот. О, и здесь аптечка. Вот зашибись. Ну-ка, давайте попробуем вот так сделать. Оп. Красиво. Мы сделали мини-закат себе. Давайте здесь еще одну камеру поставим. Блин, мы так много камер не задействовали. Надо по всей карте пройтись и повсюду поставить. Мы пришли на кладбище какое-то. Кто все эти люди? Кто их убил? Кто их похоронил? Они друг друга? Дом шахтера. На гамаке спал. Вот круто. Так, лампа. Что еще здесь есть? Что-то мясо что еще должно быть есть. По-любому. Интересное. Батарея. HV камеры. Зажечь. Окей. Пусть будет. Ох, этот самоубийца, он зря думает, что мы просто так это оставим. Какого? О, боже мой! Олень из ужаса. Не пытается меня отвлечь специально, они работают на него. Сколько вам платит, олени? Опа! Кажется, новое место нашли. Подобрать. Вау. Еще. Здесь прям целая куча всяких палаток. Капкан, отлично. Стоп, камера. Ему трупы еще надо находить, по идее. Ну да. Слышите? Сразу что-то обнаружилось. Вон он где стоит. Надо быстрее, пока мы не потеряли его. А, нет. Он исчез. Красавец, умри! Зачем оленя тут быстрее? Тут написано, не рыбачить. Я не рыбач, оленячу. Давайте пойдем бигфучить. Блин! А может, с волка тоже можно мясо добыть? Тварь такая! Фу, на тебя, мразь! Говно. Причем, знаете, чем я его убил? Я его убил маячковыми патронами. Теперь... Смотрите. Твоя маячка показывает, где он сдох. Я отомстил ему! Я отомщу. И последний капкан положим. Сейчас мы пойдем в сторону лесопилки. Там будет еще один. Ты последнюю камеру поставь здесь, а мне сзади напали! Где? Да блин! Нечестно. Черт!
как черт, говорится. Черт, где? Что ж ты будешь делать? Куда он пошел? Ладно, следующий раз. Отмечено же вроде, или это все еще волк? Подкрадывается, что ж такое? Мы вышли к лесопилке. Значит, еще один капкан сейчас поставим где-нибудь тут, наверное. Вот капкан. Четвертый день настал, последний капкан ставим. В целом, смотрите, у нас по всей карте равномерно расставлены камеры. У нас повсюду стоят капканы, где только можно. О, вот еще можно капкан поставить. Отлично, новое местечко. Еще одна камера ночного видения. Ну-ка, как мне ее пользоваться? Ага! Лень из ужаса! Я все вижу. Может быть, мне надо, не знаю, поджарить мясо, чтобы, знаете, аромат источало, привлекало к себе. Давайте сделаем костер. Так, зажечь. Во. Он же как раз приходит в лагерь. За все это время, что тут брожу, это уже минут 20. Вообще ничего, пустота. Йети как будто бы застыл на месте. Ни одна камера не среагировала. Спрятался. Вспомнишь говно! Давай еще раз! Еще раз! Пошел ты! Да господи, как от тебя отбиться, блядь! Блин, я попал по нему! Скорее, как же быстро он убегает! Почему он не тормознет? Слышу! Да чтоб тебя! Он долго целится! Бабах! Он уже далеко убежал. Бессмысленное действие. Я все время, когда долго целюсь, обязательно промазываю. Да. А какого? Что за... Медведь! 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 Ты еще и медведь здесь! Я пережил атаку медведя. А Йети мы потеряли. Как мне теперь его найти? Ладно, мы не будем играть по его правилам. Давайте встанем возле избушки и будем караулить его здесь. А у нас есть какая-нибудь, знаете, такая штука, типа манок, который приманивает Йети звуком Йети. Самки Йети, например. Йети придет, тебя выебет. Может быть, я звук некрасивой самки сделал. Давайте зажжем костер тут. Мне кажется, это его приманит. Возможно, он не любит обычное мясо, как мы люди. Он любит грязное, повалявшееся, чтобы вот наступил говняными тапками на него. Вот, вкусняшка. Попробуем пообщаться с Йети азбукой Морзе. Так он поймет, что я пытаюсь его к себе приманить. Определенно он умрет. Слышите, он бежит на меня! Так. Где ты? Опа! Тикайте, стоп! Не зашел! В смысле в дом зашел? Я звал к себе домой! Иди, звал к себе! О, нет! Так, маячковую пульку! Прошу тебя! Попал? Есть! Вон идет. Что-то он успокоился немножко. Почти пол хп ему снял. Ну-ка, стой, блин, урод! Смотрите, как он мечется. Да, в прошлый раз вообще была неудача. Ну что говно? Смотрите, мы уже половину сняли. В общем, это болотный Бигфут, я понял. Он постоянно все время тут сидит. Капец, какой толстый. Вот урод. Опять в дерево! Чёртово дерево. Что я делаю? Стреляю из винтовки. Ну, что за уродство? Просто слив. Где он здесь был где-то? Все, не найду больше. Тогда гоу обратно. Я думал, надо найти его и эту как его. И в хатку. В хатку заберется. Да. Окей. Давайте смотреть. О, боже мой! О, боже мой! О, боже мой! Давай, камту. Ну, стреляй, что ты смотришь на него вот это? Ну-ка. О, сейчас зайдет! Паскуда тварь! Не трогай мою хату, блин! Ля! Ты протиснулся так смешно! Он реально протиснулся! Господи! С него вообще не спрячешься, походу. Он симнул меня. Где-то он здесь прям. Мы сейчас его увидим. Хорошо. Просто стреляем уже хоть как-нибудь. Он на меня, кажется. На тебе, блин. Типа пока еще не понял, откуда мне задолбал. Я просто его задолбал. Нет, он его типа испугал. Имеет место быть. Имеет место бить. Мы его потеряли. Бля, я испугался кулака этого. Идут гости! Тихо. Главное, в капкан он не попадает. Стоп! Уходи! Не могу выйти! Да боже мой, я умираю! Все труды на смарку. Как же жестко. Что было? Что я пропустил? Я не умираю?
А, нет, он там делом. Боже мой! 3 часа, друзья! 3 часа! Я это пытаюсь. Еще и кооп сделать, есть. Не получилось. Кажется, я знаю, что нам можно поиграть вчетвером. Да, обосратушки! Да, это будет мега шачно. Я столько выстрелов по нему сделал, он просто как бронетанк. Бронетанк, понимаете? Идет, ему плевать на все. Фу, только капканы его коцают, но он не идет на них. Вообще плевал на капканы мои. Один раз только в них зашел. Фу, ладно. На третий круг я точно надо сейчас не пойду. Надо было перед входом положить самый капкан. Отдохнуть от этой игры. Я думаю, в следующий раз у нас точно получится его грохнуть. Но можно самому попасться, если забудешь. По-любому, обязательно. Ну, он так делал. Главное, больше лайков от вас и поддержки, и тогда точно все получится. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то ставьте лайк, на это уже сказал. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик, чтобы там новые видосы не пропускать. И все мои соцсети для вас открыты. Я вас везде там жду. С вами был Юджин. И всем опять. Забавненько. Спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось и было интересно. Пиши свое мнение в комментариях. Ссылка на оригинал в описании. Там же расписание стримов и ссылки на соцсети. Жду на стримах. Смотри другие видео. До скорого. Пока.